С вами снова я, Илья Леонтьев, и наш замечательный вездеход БВ-206, он же Лось. На этом вездеходе, конкретно на этом, новые гусеницы, полностью новая ходовая, новые катки. И, естественно, у этого вездехода, точно так же, как у остальных, абсолютно низкое давление на грунт, даже меньше, чем у просто стоящего человека. Подожди. То есть он давит меньше, чем человек на грунт? Да, вот я стою, давлю на грунт, он стоит, давит на грунт. Мой вес распределяется по очень маленькой площади, его вес по очень большой. Соответственно, мы получаем очень хороший результат при прохождении препятствий на болоте, либо в глубоком снегу, давай, как здесь. Давай, спорь. У меня с собой Киршел. Если Киршел его сломает... Киршел. Если его сломает. С тебя новый нож и кофе, потому что здесь холодно. Если нет... То значит, действительно, все у него хорошо. Давай. Договорились. Надо запомнить, где мой сын. Так. Ну и что? Что мы видим? Оп. Работает? Работает. Значит, кофе с меня.